пригласили, выслушали, обещали учесть. Глава Минспорта Виталий Мутко и футбольные чиновники встретились сегодня с автором знаменитой петиции о распуске национальной сборной. Артем Хасанов приехал в Москву по приглашению самого министра. Подробности разговора он не рассказал, но назвал беседу очень полезной. Встреча, она была очень интересна. То есть, я думаю, она многое даст как бы для взаимоотношения болельщиков и футболистов. Заголовок петиции, он очень, очень вот так вот кратко, но четко выражает мнение. Мы хотим гордиться, а не стыдиться. И это в ваших силах, это было в ваших силах. И это, в принципе, до сих пор в силах части из вас, так скажем. Мы хотим гордиться нашей сборной. Петиция за распуск российской сборной набрала в интернете уже 950 тысяч подписей. Болельщиков расстроила не только откровенная слабая игра на чемпионате Европы, но также видимое равнодушие игроков к неудаче. Ну а самым ярким примером стало появление Александра Кокорина и Павла Мамаева в шикарном ночном клубе Монте-Карло после вылета с турнира.